О чудотворцы славне, врачве безмездней, Косьмой Дамиане, вы от юности Христа Бога возлюбивше, и того повеление всем сердцем соблюдающий, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельного ради жития и чистоты душевные, силою Христа Бога, не врачевание токмо искусства, но паче неоскудную благодать исцеления всяких несцельных недугов от Бога прияли исте, от нюду же любовью и милосердием к недугующим подвязаеми, не токмо людям, но и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и не телесное токмо недуги исцеляете, но и верою Христовую души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузях о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете, тем же ныне и нас, припадающих к вам, предчестную икону вашу, скоро услышите, юные дети вашей помощи во учении книжном просящие, вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, неземное точью научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере непрестанно да приспевают, на одре болезни лежащим человеческие помощи отчаянным, к вам же тепле с верою и усердную молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивным чудодейственным посещением даруйте, многожды в болезни впадающие и от лютых недуг в уныние и малодушие и роптание пришедшие, данную вам от Бога благодатью в терпении утвердите и наставите, да разумеют волю о них Божию святую и совершенную, и сами себе и живот свой воле Христа Бога предают, в недузях сущих, о исправлении же жития неродящих, в грехах не раскаивающихся, сердцем ожесточенных, сокрушите во спасение и к покаянию призовите, да немощь несущи телом, здравии прибудут душею, и причастницы соделаются Божие спасительные благодати, братью святого храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих, невредимы сохраните от долгонедужия и болезней лютых и несцельных, от расслабления тела, от исступления ума, от смертоносной язвы, от внезапной смерти, и мощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспеющих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевати и славите всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Yeah.